Сейчас патриотическая песня. Она называется «Мефодий Амбалов». Мефодий Амбалов в автобусе ехал. Сердит был Мефодий и зол. На остановке Площадь Победы дедуля в автобус вошел. Слепой и глухой. Эх, слепой и глухой. Забываются слова, извиняюсь. Слепой и глухой, в руках костыли, он еле стоит на ногах. Трех войн тот дедуля был ветеран, вся грудь у него в орденах. Автобус качнуло, пронзила внезапно Мефодия адская боль. Тот дедушка наш, нечаянно, конечно, поставил костыль на мозоль. Мефодий вскипел, как чайник с водой, завыл, завопил, заорал. И дедушке старому парень сказал: такие простые слова. Следующая песня называется «Блевотина».
песня про президента Центральной Африканской Республики Жана Бителя Бакасса. Нечистой силы.
Следующая песня называется «Мир праху мертвых». Если будете подпевать, это будет здорово. Поймете, где это надо делать? Микрофоном сделаю. Кавер на группу «Сепультура». Roots Bloody Roots. В нашей транскрипции «Тухой крановщик». Подпеваем тоже. Вместе! Рот! Бладик рот! Рот! Рот!
Совершенно новая песня под названием «Сексуальная женщина смерти». Подтягиваемся ближе к сцене.
Еще раз звучит песня «Бетон мешок», но исполняете ее вы, а не мы. Yeah.